Итак, всем привет, пацаны. Хочу снять такое быстрое видео. Если у вас, короче, жига, вот такое вот ведро, и стучит верхний болт амортизатора, крепление в кузове, куда крепится амортизатор и затягивается гайкой. Ну, вы поняли, короче, если он у вас стучит, то вы по-любому искали это видео, которого нигде нет в интернете. Я для вас его снимаю. В общем, смотрите. Если у вас стучит верхний болт, значит, ну, я буду показывать на примере правой стороны. Левая примерно аналогично будет, только здесь, видите, кожух еще есть. Значит, находим такие два отверстия и ищем сварные точки. Вот здесь, вот они, видите, вот. Потом отдираем вот здесь герметик отверткой и между точками, этими и этими, пропиливаем болгаркой и отгибаем лючок. Ну, соответственно, можно не пилить. И здесь находится этот проклятый болт. Ну, либо шпилька, которая заварена в армуте. Вау! Блять, которая заварена в кузове. Вот амортизатор. Уже язык заговаривается. Так, вылазим с этого ядра. Смотрите, что происходило. Когда я ездил, оно стучало. Видите? Как-то так вам снять бы его, блядь. Короче, эти придурки на заводе тупо взяли, заварили эту шпильку и спрятали вот здесь. И она не меняется. Ну, как бы можно поменять, но ее проще вот так вскрыть и заварить обратно. Я еще находил видос, как пацаны туда варивали, ну, на классике, на семерках, пятерках. Там, правда, чуть попроще, можно отрезать лючок, как бы багажник-то там ниже. И вваривали втулку и болт одевали. Как бы это неправильно, потому что болт будет в этой втулке постоянно тоже стучать. Как бы это все до бороды. А там должна быть именно шпилька варена. Вот. В общем, отрываем вот эту крышку. Обвариваем все здесь на хорошем токе. Можно с той стороны тоже пару точек кинуть. И все, закрываем лючок и завариваем. Также не забываем отсоединить аккумулятор. Спонсор видео не Coca-Cola. Включаем срарку, короче, все обвариваем. Ну, также можно с той стороны, можно с этой стороны. Также я вам сейчас могу показать, что у нас здесь происходит. Вот, видите? Вот этот вот болт, шпилька вот эта вот. Она у нас, короче, оторвалась от кузова. А вот вторая сторона. Да, и когда будете скрывать, как бы не очкуйте. Трубки вы тут ничего не повредите. Вообще до бороды. Вот если камера заметит, то там есть просвет маленький. Видите, вот здесь вот. То, что она оторвалась и люфтит. Также позволяет место здесь обвариться. Гушак мешает мне. Вот здесь, видите, тоже место. До хрена можно пару точек отсюда кинуть. Ну потом, конечно, все обработать, закрасить, там запшикать все красочкой. Итак, включаем срарку. Да, еще ничего не заметили, да? Цвет Авроры и цвет АвтоВАЗа. Походу, между ними есть что-то общее. В АвтоВАЗе, видать, старую краску выкупают. Вот, короче, цепляем массу, прям можно за вот эту фольгу цеплять и начинать обваривать. Ну ладно, я буду обваривать. Короче, такое короткое видео. Ставьте лайк, если оно вам помогло. Подписывайтесь. Всем пока-пока.